Совсем недавно круглая школа Одинцовского гуманитарного университета вошла в число муниципальных образовательных учреждений Одинцовского района. Теперь она называется Одинцовская лингвистическая гимназия, директором которой назначена Елена Белик. В эти дни в школе завершается подготовка к новому учебному году. Остались небольшие нюансы, но серьезную проверку муниципальной комиссии здесь уже выдержали. 1 сентября открывает свои двери новое муниципальное образовательное учреждение – Одинцовская лингвистическая гимназия. И, конечно же, мы, как и все школы, очень готовимся к этому событию. Лето у нас было жарким, очень много приходилось проводить ремонтных работ, готовить классы, готовить учебные пособия, учебные планы и так далее. В общем, целый веер различного рода работ и занятий. Но на днях приезжала комиссия, муниципальная комиссия в составе 20 человек, и наша гимназия была принята и одобрена как готовая к началу учебного года. Поэтому мы с нетерпением ждем наших учеников, их родителей и в новый путь, в новой гимназии. Приемка учебных заведений проводится строго. Соответствовать требованиям должно все и качество ремонта, и исправность средств пожаротушения, и оборудованность классов. Более 44 тысяч детей придут 1 сентября в наши образовательные учреждения – школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. На данный момент мы увидели, что в 55 образовательных учреждениях были проведены ремонтные работы. Где-то ремонтные работы на сегодняшний день уже завершены, где-то выполнено 98%. В отдельных образовательных учреждениях ремонтные работы подходят к концу. И в конце августа ремонтные работы будут завершены, и наши дети придут в образовательные учреждения. Что смотрела межведомственная комиссия? Конечно, это благоустройство территории, это безопасность подъездных путей, это подготовка образовательных учреждений к приему детей, наличие медицинского кабинета, пищеблока, библиотеки, предметные кабинеты, группы, где находятся наши дошколята. Они все приведены в то соответствие, которое требует наш СанПин. Ежедневно в управлении образования проводятся совещания, на которых обозначаются выявленные при проверках недостатки, устанавливаются сроки их устранения. К началу учебного года все должно быть готово. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».